А сейчас в интернете много чего есть. Собачья эпидемия была, то есть молокогенные поражения. Мы выросли там родственники. Ясное дело, я по-моему не знаю, как он помнит. О, вот он, не знаю. Сижай. Мой хлеб, я не знаю. А, да, да. Я не мог. Понял, понял. Светлый металл вольному воля, да. Не может быть вообще. Вольному воля тоже хорошо. А у меня пластинка была вольному воля. Не собираюсь. Знаешь, кого мне не нужен? Это уже третий альбом, по-моему. Да. С кем будет дружить? С Ромой, который заперти сидит. Вы семья, блин. Какая семья? Хотел сказать. Ой, ну хорошая кепка, да? Угу, да, бомба. Бомба! Даже вот ее один там друг, этот Валентин, мы же с ним же в садике были, я же. И он сказал, что я как президент в России, я как президент России, ну, как вам, что советский, как это российский. Я понял, ребят. Я вообще, блин, это тема, блин. И Король и Шут мне тоже нравится, Сектор Газа, да тут все. Киш, Король и Шут, мертвый анархист. Да? Угу. А Юра Хуя, конечно, жалко, естественно. Сектор Газа, знакомая группа. А у тебя там что в отношении? Да ничего. Саша, успокойся, все нормально. Лера, супер! Кто? Лера! Поддаева! У Юли в магазине тоже квартира, тут уже все это ее скачет. Хороший, супер! С этой же весь свет с магазина. Моя племянница. Лера! У меня что ли? Понял. Да, светлый металл это бомба. Это бомба.